продолжается до тех пор, пока есть те, кто его защищает. Что у тебя там в лесном происходит? Они там реально окапываются, Виктор Николаевич. Наблюдаю разрозненные группы противника. В специальных подразделениях. Готов выслушать последние данные. В военных гарнизонах. В коридорах штабов. Товарищ Верховный Главнокомандующий, разрешите доложить? Есть люди, готовые молниеносно принимать решения и реагировать на любые угрозы. Готовы к выполнению боевой задачи. И если придут те, кто хочет разрушить наш мир. Начинай, Петя. Разгром. Сегодня опоздаю. Надолго? Да нет, ненадолго.